пятницу на улице Авиационной столкнулись ВАЗ-2115 и Мерседес. Полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ не соблюдал боковой интервал и наехал на припаркованный Мерседес. От удара иномарка продвинулась вперед и наехала на препятствие. Водитель ВАЗа, 75-летний сочинец, получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирка автомобиля, ее данные сейчас устанавливаются, с множественными травмами госпитализирована. Вечером того же дня в 22:20 поступило сообщение об аварии на улице Демократической в районе дома номер 64А. Водитель «Пежо» при развороте столкнулась с мопедом, который двигался во встречном направлении. Водитель мопеда, 20-летний сочинец, с травмами госпитализирован. Водитель иномарки, 57-летняя жительница Краснодарского края, проходит лечение амбулаторно. В субботу в 19:50 поступило сообщение о ДТП на улице Новая Заря. При въезде на парковку торгового центра водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», двигавшемуся во встречном направлении. Произошло столкновение с открытым переломом голени. Мотоциклист, 44-летний житель Апшеронского района, был госпитализирован.